Вообще идея этого фестиваля возникла из событий, которые произошли в 1972 году, когда Владимир Семенович Высоцкий выступил на этом озере, на озере Лампушка. Была такая ситуация, когда ни один ДК не рискнул его пустить к себе для концерта. Ну, времена были советские такие. И вот было принято решение сделать такой лесной концерт. Это было в 1972 году. Узнав об этом в 2000 году, мы организовали здесь фестиваль. Здесь можно делать что угодно. Можно читать рэп, можно играть альтернативы. По формату этот фестиваль уникален. Он не имеет формата. Здесь нету насилия. Здесь нету жлобства. Вот люди приезжают разные на самом деле. Я далек от того, чтобы говорить, что вот есть где-то в каких-то местах собираются люди хорошие, а где-то собираются люди плохие. Здесь собираются такие же. И хорошие, и плохие, и мудаки, и святые. А ведут себя почему-то замечательно. Наверное, такая вот аура, такая атмосфера. Значит, что объединяет людей? Ну, естественно, объединяет любовь к природе. То есть, в принципе, здесь в основном люди и зрители, да, те, которые привыкли спокойно переносить дождь, там походные условия, костер, приготовление пищи, которые к этому готовы. То есть новичков мало таковых, чтобы приехали вот на таких шпильках на этот фестиваль. То есть все нормальные ребята. И наверняка объединяет любовь к творчеству. И, наверное, если даже и не дообъединяет где-то, то мы дообъединяем еще одной штучкой. Это любовь к экологии. То есть, кто сам догадывается, кого за шиворот заставляем убирать и озеро, и то место, где он отдыхал, и даже нырять на дно, доставать всякие штуки-дрюки, которые мешают экологии. У нас, наверное, единственный фестиваль, где запрещено пользоваться, вот просто четко запрещено пользоваться бытовой химией в озере. То есть везде умывальники висят по лагерям. Мы эти умывальники выдаем, слава богу, раскошелились на это дело. И прецедент есть, никто с мылом, с мочалкой здесь, с зубной щеткой на берегу не нарисовывается. Тем более с фейри там и так далее. Мы хотим, чтобы после нас Лампушка была еще лучше, чем до нас.
Михаил Новинский, привет. Михаил Новинский. Миша Новинский. Миша один из тех людей. Михаил Новинский. Миша, привет. Привет. Ой, лузи, лузи, червона Калина. Ну, вы понимаете, что это не вокал, это эскиз к вокалу. И вот теперь вы услышите лучшего солиста. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тою червону калину підіймемо. Да, хлопці? А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Правда, я не знаю как. Спасибо капитану Титаренко, командиру второй поющей эскадрильи из кинофильма «В бой идут одни старики», рассказывающие о Второй мировой войне, где этот капитан Титаренко, напевая песни, там типа смуглянка всякая разная, вот, освобождал, вот во время как раз фильма, освобождал как раз территорию от Украины от оккупантов, ну, которая была на тот случай, на то время была в составе Российской империи, или, так сказать, Советского Союза, была Радянська Украина, ну, а теперь она Незалежна Украина. Вот, так что дякую ему щедро, капитан Титаренко. Да. Михаил Новинский, Елена Пинчук и Маргарита, просто Маргарита, ну, естественно, год зайчика вступил в силу, и поэтому вот он уже тут как тут. Какой-то он странный. А он это замечательный. Он синеватый. Лучший котик привет. Ну, кот тоже ничегошный. Мы вас приветствуем, друзья, и видим, что при Ксении Горелик тут нарисовалась. Светлана Миролюбова, добрый вечер. Всем пишет Лена. Миша, мы с вами. Наташа Ивонина, добрый вечер. С нетерпением ждут встречи. Галина Польских, здравствуйте. Всем доброго вечера. Ксения Горелик, Александр Корешков, Оксана Светличная, Риг Ие, Татьяна, да, Шашкова. Всем а это Риг Ие сегодня никаких заявок не прислала. Хорошо, мы это запомним. Так, ну, друзья, начали мы, как обычно, традиционно. Шахматный клуб «Ингрия», да, замечательно. Да, на территории Ингрии, которая находится сегодня в составе Российской империи, насколько понимаю, которая, ну, имеет другое название, Ленинградская область. Ох, мы, собственно, и ведем нашу международную пыли-пнемо-мешко-выколачивательную экологическо-музыкальную программу «Песня в 21». Я надеюсь, что вы уже умудрились, пока шел сюжет о аннексированном фестивале «Лампушка», фестиваль, аннексированный братьями Ананских. Сначала территория, а потом и сама идея посвятить этот, не то что посвятить, а уже раскрученный фестиваль, заныкать себе и попробовать продать администрации, им удалось. И вот, собственно, с этого фестиваля исторические кадры вы видели, как этот фестиваль рос, вырастал и был. Но мы его не оставляем врагам. Врагам Ингрии, врагам Ленинградской области, врагам России, врагам экологии земного шара, когда они портят сегодня озеро Лампушка, они его отравляют. Должен вам сказать, друзья, будем бить колокола. Ну, надо бы с чего-нибудь начать, да? Мы вас приветствуем, и да, пока я буду петь следующую песню, это будет не по заказу, а так, типа, от души. Она, правда, все от души. Вы пока-пока поделитесь, чтобы братья по разуму-то присоединились. Не так много людей, которые думают, как мы. Очень многие пользуются готовыми мыслями, которые предоставляет телевидение. Симоняны, Соловьевы, Скобеевы. То есть люди любят носить готовую одежду, там, сами не шьют, ну, бывает. Готовые там предметы быта, стаканы, кружки, сами тоже не делают. Но они уже настолько обленились, что даже не делают свои мысли. Не бывает так, что раз, выключили все и думают своей головой. Нет, они включают
этот ящик, и за них им вкладывают разные мысли. То бывает Алан Чумак какую-то фигню несет, то Кашпировский, а то Симонян. Времена происходят, люди не меняются. Итак, песня, я бы не сказал, что веселая, она посвящена, наверное, посвятю, как правильно будет, своим школьным друзьям. А там со мной учились и казахи, и ингуши, и немцы, и литовцы. Это было в Казахстане, в Северном Казахстане. И теперь они могут оказаться везде, по любую сторону любого конфликта. А также моим сослуживцам, где тоже рядышком вот у нас в армии был тут узбек, тут, знаете ли, прибалты, вот, украинцы, ну, естественно, русские, куда от них подеваться. Вот. А также моим подружкам и их детям, с которыми случались романы то в Киеве, то в Новокузнецке, то в Анапе. И я не уверен, что сегодня может быть какой-нибудь, скажем так, какая-то моя кровь не целится человека, носителя моей же крови. Вот, весело, да? Начали. Делитесь, друзья. Наши солдаты на чужой земле мирно с автоматами ходили. Наши солдаты на чужой земле о любви и мире говорили. Наши солдаты на чужой земле всех кормили кашей и тушенкой. Наши солдаты на чужой земле сиротам дарили распашонки. Это ж наши, это ж наши. О-о-о-эй, это вам не ваши, не ваши. Это ж наши, это ж наши. Развиты морально и физически, так у нас случилось исторически. Это ж наши солдаты на чужой земле уважали старость и старейшин. Наши солдаты на чужой земле даже не насиловали женщин, ну, практически. Наши солдаты на чужой земле, если пошумели, тут немножко. Наши солдаты на чужой земле помогали выкопать картошку. Это ж наши, это ж наши. О-о-а-эй, это вам не ваши, не ваши. Это ж наши, это ж наши. Развиты морально и физически, нечего кричать здесь исторически. Наши, наши солдаты на чужой земле, наши не ругались даже матом. Наши солдаты на чужой земле просто упражнялись с автоматом. Наши солдаты на чужой земле, если убивали, то не больно. Нашим солдатам на чужой земле население может быть довольно. Это ж наши, это же наши. О-о-а-эй, тогда не ваши, не ваши. Это ж наши, это же наши. Развиты морально и физически, женщины насилуют практически. Это ж наши. Сидел на лужайке и песню тянул, да услышал вдруг крик в облаках. Там один из летящих крылом мне махнул, будто это была бы рука. И попал прямо в сердце отчаянный звук, и у горла собрался комок. Это мог быть мой брат, это мог быть мой друг, это школьный товарищ быть и мог.
это ж наши, возвращаются наши. Наши и плохие, и хорошие, роты и полки под корень скошенные. Наши, это же наши. Наши и плохие, и хорошие, по чужой земле точно горошины. Наши, это же наши. Так давайте хоть шапкой помашем. Это же наши, наши. Это ж наши. Вот в такую дикую. Спасибо, Михаил, спасибо. Привет из Саратова. Из Саратова Андрей Волосов нам привет шлет, да. Маргарита Казакова присоединилась. Вот и в Саратове у меня были, знаете ли, всякие романы, пока я служил в армии. Поэтому, может, у Андрея есть друзья, чем-то похожие на меня. Да, так, добрый вечер всем, Маргарита Казакова пишет. А зачем? Че-че-че? Что, Михаил? А зачем заказывать? Где? В каком месте? Мысли читает. Хорошо. Она хотела эту песню заказать. Ну, хорошо. Отмазалась. Так, Регина, тогда донаты надо слать. Что ж теперь? Раз и угадал песню, высылай донаты немерено и в большом количестве. Привет из Саратова. Да. Значит, так, ты прочитал. Спасибо. Ну, Михаил, любовь. Был. Что такое был? Я не знаю. Любовь был. Бу. Вот. Любовь не любовь, а Маргарита уже пришла. Маргарита любовь наш... будет. Будет. Любовь. Ага. Буйная. Буйная. Вот. Регина, аплодисменты, блог, пожалуйста, на чат. Да. Вот. Еще в ушах у меня, друзья, гром аплодисментов, который случился буквально вчера в это время. В это время у нас шел спектакль наш высоцкий. Мы были в ударе, публика была замечательная, публика живая, своя, родная, любимая. Вот посмотришь в зал, понимаешь, тебя понимают, вот каждое твое слово понимают, угадывают, что ты даже не досказал. Чудно, замечательно. Ой, всегда переполнен я в этой программе, у меня мыслей больше, чем слов. Тогда давайте петь. Хорошо? Да. Вот. Давайте будем петь. Может быть, начнем заявочки выполнять. Давайте. А что у вот нас? Вот раз мы заговорили про Высоцкого, и Наташа Ивонина у нас просила к дню рождения Владимира Семеновича исполнить для всех прекрасную песню «Баллада о влюбленных». Хорошо. Раз такое дело, она буквально вчера, эта песня на сцене, исполнялась. На скрипках замечательное было сопровождение такое, соло от Маргариты Казаковой и Светличной, Оксаны, и со мной в паре, так сказать, очень здорово пела Яна Мария. А где Яна Мария? Чуть не вижу Яну Марию. Только позвоните ей, напомните ей, что... Маргарита, сори, извини, пора мне спеть чего-то, понимаешь, что? Вот, она понимает. Вот, поприветствовала всех котов, собак, попугаев, и змеев, там всяких, может, только и змей. Варанов. Варанов, да. Вот, птичек всяко разных, и все, Маргарита благословила меня на исполнение данной песни о любви. Да. Песня, ну я попробую, так сказать, изобразить все, что мы вчера сделали, в одну личность. Когда вода всемирного потопа вернулась вновь границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхаю полной грудью эту смесь.
наград не ждут, ни наказания. И думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Я поля влюбленным постелю. Пусть поют во сне и наяву. Я дышу, и значит я люблю. Я люблю, и значит я живу. И вдоволь будет странствий и скитали. Страна любви, великая страна, и строится ли своими испытаний, все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить. Любой ценой и жизнью бы рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянули. Все же ветер избранных винил, с ног сбивал, из мертвых воскрешал. Потому что, если не любил, значит и не жил, и не дышал. Но многих, захлебнувшихся любовью, не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие. На этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. И душам их дано бродить в цветах, и голосам дано сливаться в такт, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестка мироздания. Я поля, я поля влюбленным поселю. Пусть поют во сне и наяву. Значит, я люблю. Я люблю. И значит, я живу. Спасибо, Андрей Филоков. Спасибо. Спасибо. Хорошо бы песню Наташи Ивониной за заказ, да, этой песни.
Да. Спасибо, мы все Наташа. Порадовались. Мы как-то компенсировали. Наташа не смогла быть у нас вчера на концерте. Ну, вчера но, честно говоря, билет, конечно, дорого стоит. Да, ты Касселе сюда долететь, и ты, мама, не горюй. Конечно, оно того стоит. Оно того стоит, потому что было событие такое, что, в принципе, такого... И его пропустить нельзя, как вот паровозик из Простоквашино. Вы, если не попали на спектакль наш Высоцкий, то вы... опоздали на всю жизнь. Ну, мы вот при помощи этой программы «Песня 21» чуть-чуть это дело компенсируем. Компенсируем. Браво пишет. Вот. Все-таки хорошо бы песню Высоцкого «Солдаты» группы «Центр». Интересная песня «Солдаты» группы «Центр». Конечно, это песня о Второй мировой войне, да? Наверное. Наверное, о Второй мировой войне. Наверное, о ней. Наверное, о ней. Правильно я говорю, мыслю, да? Наверное, мы можем, так сказать, в память, так сказать, о в том, что буквально позавчера было снятие блокады. Вот эти стены. 79 лет. Эти стены, вот которые вот за мной, видите, Исааки, это кунсткамера. Вот здесь люди шли и падали, голодные и замерзали. И проходили мимо них другие люди, и боялись даже наклониться, чтобы им помочь, потому что если остановился, то можешь тут же упасть и не подняться. Правда, были и такие люди, у которых в блокадном Ленинграде было и первый, и второй, и третий на завтрак, и на ужин, и на обед. Это была номенклатура коммунистической партии. Это все в интернете есть. Есть менюшки, вот, где вот чекисты и коммуняки, и они трескали нормально, в то время как дети умирали грудные в городе Петербурге. И любопытная история еще произошла, вот я сейчас об этом неоднократно думаю, что на Нюрнбергском процессе, да, или Нюрнбергском, как правильно? Нюрнберг. Вот я, мне язык тут заплетается. Нюрнберг. Да. Вот, когда судили нацистов, обвинение вот за этот, за эти голодные смерти почему-то с них сняли. Вот есть о чем призадуматься. Почему? Вот, ладно. Значит, песня о Второй мировой войне. Да, давай мы не сразу ее, хорошо? Ну, такое чувство, что нам возможно, почему бы не спеть песню из спектакля «Живые и мертвые», который написал Владимир Семенович Высоцкий, да еще в честь его 85-летия, да еще по просьбе нашего замечательного Андрея Волоса, который, небось, еще и поделился нашей программой. Вот еще, небось, донатов еще прислал, а я тут песни спою, наверное, спою. Только не сразу, хорошо? Давайте пойдем по программе, да? Сердечко выслала Регина. Так. Давайте, Михаил, выполнять дальше. Заявки у нас вот Тани Шашковой, стихи Диана заказывала. Что? Я не помню, там Алла справа сидит или концертный диктор? Ну, я тоже это не поняла. Так что пропустим. Ну, кто такая Алла? Которая Алла? Пугачева? Да, я Алла Пугачева. Я не знаю, на самом деле, может быть, этот человек писал, а у него, знаешь, как-то... Т-9 это. Ну, это, да. Телефон. Там, исправитель, да, такой корректор. Взял ты по-своему написал, такое часто бывает. Напишешь что-нибудь, даже неприличные вещи получаются. Так, пойдем по расписанию, что у нас там? Да, давайте. Таня Шашкова на высоте. Таня Шашкова на высоте заказывала. Опять же, я тут же вспоминаю, как это звучит вместе со скрипками. Но мне двух скрипок одним голосом не изобрести, не продемонстрировать. Приходите на концерты, друзья. Песня называется «На высоте». Девчонки сочинили соло, которое я сейчас воспроизвести не смогу, но песню спою. Не спрашивай, зачем, мы не ответим, что
что потеряли в этой мерзлоте, а просто чудеса живут на свете. И это где-то там гора, и это где-то там гора, и это где-то там гора на высоте. И это где-то там гора на высоте. Когда вас давят стены в кабинете, когда жизнь погрязает в суете, нас тянет, нас тянет, нас тянет. Перепоют куплет, когда вас давят стены в кабинете, когда жизнь погрязает в суете, нас тянет к высшим точкам на планете, что скрылись где-то там в горах, что скрылись где-то там в горах, что скрылись где-то там в горах на высоте, что скрылись где-то там в горах на высоте. Когда достанут нас и те, и эти, когда достанут эти нас и те, мы будем на Эльбрусе или в Чигете. Ищите где-то нас в горах, ищите где-то нас в горах, ищите где-то нас в горах на высоте, ищите где-то нас в горах на высоте. Спрашивай, зачем? Мы не ответим, что потеряли в этой мерзлоте, а просто чудеса живут на свете. И это где-то там в горах, и это где-то там в горах, и это где-то там в горах на высоте. Это где-то там в горах на высоте. Ну, я эту песню посвятил восхождению на гору Эльбрус. И как раз, может быть, это и связано и с Владимиром Семеновичем Высоцким, потому что именно в тех местах снимался фильм, так и назывался, «Высота», да? Да. Фильм «Высота» снимался, там и Владимир Семенович понаписал этих песен там. «Здесь вам не равнина, климат иной». Вот. Вот такие вот песни. Или «Если вдруг оказался вдруг». А я вот написал вот такую, вот Эльбрус меня вдохновил на такую песню, еще на одну песню, но все сразу не споем, правильно, в отдельной программе. Вот, и Таня Шашкова явилась, так сказать, катализатором, вдохновителем этого, так сказать, инструктором творчества, да, и похода на гору Эльбрус. Спасибо, Танечка. За что огромное спасибо и спасибо за этот заказ. Так, что пишет Алексей Казак? Ничего не пишет. Ничего не пишет. Ну, давайте, Михаил, да. Объявление, наверное, сделаем. Да, не мешало бы объявление сделать. А то мы как-то не делаем и не делаем объявлений. Надо бы сделать. Объявление о том, что у нас, ребята, не что иное, как фестиваль «Лампушка», который буквально только что вы видели в самом начале, как прелюдию к нашей программе, рассказ о фестивале «Лампушка», которому уже более 20 лет получается, да? 23 года уже ему исполнилось, вот, который аннексирует братья Ананских, вот, потихоньку, вот,
и помогают им в этом некоторые продажные барды. Вот. Так вот, этот зимний фестиваль имеет еще формат зимнего праздника. Летний формат имеет еще и... То есть фестиваль имеет и зимний формат, и мы решаем зимой тоже встречаться. И благодаря интернету придумали и эту историю. Несмотря на коронавирус, который буянил, мы придумали формат, в котором вы сможете тоже, так сказать, принять участие. Где бы вы ни находились, поскольку у нас международная телерадиокомпания, то будь вы в Сан-Франциско, или будь вы в Пуэрто-Рико, или будь вы там в Одессе, или в Киеве, где бы вы ни были, можете спокойно прислать нам свое произведение. Уже, Михаил, сегодня последний день был. Ну, еще можно до 12, конечно, да? прислать. Сегодня последний день вот приема вот. Заявок. Сегодня последний день приема заявок, но тем не менее сейчас начнется голосование. Да. Где каждый может из вас... кто-то, конечно, еще успеет в последний вагон запрыгнуть. Я приму, конечно, заявочку сегодня еще. Да, сколько осталось-то? Да, осталось и вы, друзья. 25 минут. Нет, какие 25 минут? 2 часа и 25 минут. Да. 2 часа и 25 минут до последней заявки. Это довольно много времени на самом деле. Вот, и мы потихоньку, друзья, знакомим вас с участниками. В прошлый раз мы показывали интересную группу, новую для нас, Top-Up называется. Молодежь, да. Да, хорошие ребята. И в этот раз мы тоже хотим вас познакомить с теми, кто пораньше успел прислать свои заявки. Всех, конечно, мы не можем показать сейчас в эфире. А начнем показывать прямые эфиры вот со вторника следующего, 31 января. 3 дня подряд будем показывать в 19 часов прямые эфиры. Ну, кто был уже у нас на Ламбушке онлайн, знает, как это происходит. Будет голосование зрителей тоже, а лауреатов, победителей будут выбирать только участники. По их голосовым... Ну, в общем, участники уже знают правила. Вот. И у нас будет приз зрительских симпатий. Да, обязательно. Будем выбирать любимчика зрителей. Да. Но это уже отдельная премия, это не является 100% лауреатством, но вот любимчик зрителей тоже выявляется один и единственный. И он тоже будет выступать у нас 11 вот. Февраля. Но тут зритель должен выполнить некоторые экономические условия, да? Да, да. Сколько стоит голосовалка? 100 рублей. Да, смешная цена. Да, цена смешная, но она как бы немножко ограничивает вот эти вот... Как это да, называется? Да, вот эти звонки. Помоги моему там внучку или племяннику, только потому что это твой племянник, мы сейчас будем его толкать, а хренушки. Вот, если находится зритель, который готов из него что-то там вложить, понятно, да, то... Но это будет, опять же, не главный конкурсный приз, это будет приз зрительских симпатий. Окей? Ну, победитель все равно. Но все равно победитель, и он выступит у нас на фестивале 11 числа в клубе «Гараж-сарай». Так, мы поговорили? Да, давайте мы сейчас представим вам еще одну участницу. Ее сценический псевдоним Спата. Она пишет с 16 лет, начиная песни свои, сама автор. И вот она решила поучаствовать в нашем фестивале, прислала свою песню. Знакомимся? Давайте посмотрим. Давайте. Пишите в комментариях, как вам нравится. Ставьте классы, хвалите девушку. Или ругайте. Поддерживайте. Или ругайте. Это тоже полезно. Ты любил, слушай, сердце.
таких установок тишины. Ночь согреет тебя, веди мир в себе обрести. Слушай сердце глаз людей, когда горят угольки пустота, живет дрожь до невзятных других. Мир в себе сбереги, слушай сердце. Действительно, только что видели выступление конкурсного участника нашего конкурса «Лампушка», да, и, пожалуйста, высказывайте свое мнение, но в конце концов полностью решает судьбу конкурсанта только кто? Только тот, кто сам автор и участвует в нашем конкурсе. Он получает конкурсный лист, а вы имеете возможность, так сказать, о, огонь написала Маргарита. Такого, да. Сейчас вам будет огонь. Сейчас сделаем. Вот Лев Апельсинка пишет, прекрасный голос у девушки. Это на редкость сейчас. А, кстати говоря, мне вот эта девушка Спата, ну, честно говоря, она мне чем-то Яну Марину. Мне тоже. Да, правда? Да. Ну, молодежь подрастает, все нормально, все хорошо. Ну, внешне, я имею в виду, вот чем-то на нее. Не только, вот у Маргариты прекрасный голос, у Оксаны ничегошный голос. Как они поют, а как они поют. Ладно, что-то я сейчас буду их сейчас расхваливать. Андрей Волосов пишет, что... Отправил вил на карту Елене Александровне. И это... Это, наверное, за солдаты группы «Центр». Нет, я... Он же просил солдаты группы «Центр», да, Андрей Волосов. А вы сказали, давай донаты, он прислал. Спасибо, Андрей, мы очень благодарны. Михаил себе новую струну купит хоть, а то у него... Рвутся время от времени. Ну, рвутся, да. Вот, потому что я интенсивно играю. Итак, друзья, вы знаете, что еще случилось на прошлой неделе? На прошлой неделе много чего случилось. Я забыл, знаете, что сказать, перед тем, как я спел эту песню про наши солдаты на чужой земле. Я забыл сказать простую вещь, которую обычно говорю на всех концертах, обычно я делаю минуту молчания. Это раз. Мы прощаемся со всеми, кто покинул эту нашу планету, вот, в последнее время. Вот. Кто-то покинул, потому что, ну, безошибочно какая-то бомба его нашла, и она решила, что он бандеровец, даже если ему исполнилось буквально один день от роду. Вот. Другие, потому что они решили, что надо пойти заработать денег и оплатить жене там новый iPhone. И кредиты погасить какие-то, вот, потому что ей захотелось новую плазму, вот, маникюр, педикюр и так далее. Вот. По-разному складывается судьба людей, вот, но все равно по глупости или по подлости, специально, нечаянно, обязательно примите соболезнования все, кто потерял своих близких. Еще буквально вчера пришло сообщение, что ушла из жизни достаточно близко знакомая нам девушка, администратор
театра «Дождей» Соня Бетехтина, да, совершенно неожиданная, неожиданное для нас событие. Вот. Вот, наверное, так, с небольшим опозданием, но я все-таки об этом говорю, друзья, потому что такое лихое время мы живем, очень лихое время, такое, что вот еще шок от того, что оно началось, что оно идет, что это правда есть, то, что сейчас происходит. У меня этот шок не прошел. Я как-то не могу поверить в реальность происходящего. Вот хоть убей меня, не могу поверить. Так. Кепку, слушай, почему я кепку напялил-то? Эту кепку мне вчера предоставил художник. Театральный художник. Презентовал. Вот. И я так подумал, надо ее как-то презентовать вам, эту кепку. И как-то надо ее ввести в это самое. И вспомнил, что буквально на этой неделе тоже был день рождения у Корине. У Корине Старостиной. Это девушка, которая уже многие, получается, уже многие годы дежурит на мосту Немцова, охраняет эти букетики, которые люди приносят. Люди есть везде. Вот, и в Петербурге, вы знаете, есть люди. Они приносят цветы к памятнику Шевченко. Специальные люди есть, которым приказано убирать эти цветы. Они исчезают, но снова приходят люди и снова кладут эти цветы, которые ниточки соединяют то, что порвали политики. Наверное, вот так вот. Вот. И поэтому для Корине, поскольку она все-таки Корине, я хочу спеть песню, которая очень хорошо поется под вот этот под эту кепку. Я понимаю, слушайте, ну, конечно, немножко по-дурацки получается, но пускай я немножко сейчас буду похож на Вахтанга, хорошо? Который был замечательный человек и тоже нас покинул. Будем сказать, что это не подражание, но тем не менее, какая-то дань. Шутка, не шутка, но тем не менее. Очень хороший был дядька. Портянки и заменил в трусах резинки. Грузинам нравятся армянки, армянам нравятся грузинки. Вчера мы выпили две банки и потащились в гости к Нинке. А после, кажется, к Татьянке хотелось хоть какой новинки. И вот в районе Молдаванки, когда продали все на рынке, не взяли палки, сам себялки, и сами решили селфи-снимки. Потом, ну, чисто так, по пьянке, выгрели суп на керосинке. В гостях, как будто у армянки, что странно, шли-то на грузинки. В том супе плавали поганки, туда добавили мясинки. И чё, и чё? Залезли в санки, запели будто в Маринке. И совещали поединки. Если встречались нам мигалки, то мы швыряли в них бутылки и танцевали, как под чарманки. Такой гопак типа лезгинки. Ладоши хлопали армянки, грузинки, дачи, осетинки. А к нам слуга автостоянки к черчам своим забросив линки, хватая капли валерьянки,
спешили ивши половинки. За ними бросились пацанки, шатенки, разные блондинки. Никто не ждал такой подлянки, я потерял свои ботинки. Поздней пьяньки, мудром спорили узинки. Грузинки лучше, чем она. Что? Армянки лучше, чем грузинки. А кабардинские балкарки в платочках типа паутинки. Ты ничего не разумеешь. Найкраще будут украинки. Да, эта песня была посвящена, получается, и Вахтангу Кикабидзе, и Корене Старостиной, вот, и вообще, просто для дружбы народов. Так, шахматный клуб «Ингрия» одобряет кепку. Скажите, друзья, всем спасибо, и такую кепку можно, не знаю, можно и нельзя, но такую кепку производится руками Светланы Миролюбовой. Знаете, фамилия какой? Миролюбова. Понимаете? Вот. Я думаю, что вы найдете в интернете, если вам как вы захочется. Думаете, Михаил, она мир любит или мир любит ее? Я думаю, что это взаимно. Вот скажите, кто больше, вот спроси у меня, кто больше кого любит, я Миролюбову или Миролюбова меня? Это надо спросить у ее мужа. Вот. Можно хорошо, вот. Так. Ну, давайте продолжим заявки. Нам стихов надо почитать. Откладывайте хорошо свою гитару. Да. А Таня Шашкова у нас просила стихотворение «Ё-моё». И Диана Шарапова тоже просила тоже стихотворение. А программа-то идет на стихи читать. Начнем с «Ё-моё». Я когда-то был настоящий бог. Сам не верю, мог больше, чем я мог. Вызывал дожди, прогонял врагов, зажигал сердца, нарастил рогов. А теперь и снег прогонять мне лень. Протупил вчера до утра весь день, по воде ходил километра два. Скукотища, блин! Не уснул едва. Посмотрел назад. Суета и бред. Заглянул вперед. Там России нет. Просто нет как нет. Все исчезло вмиг. Ни домов, ни стен, ни картин, ни книг. Я вернулся к нам. Мой бунтует мозг. Нет здесь слов таких, и не хватит роск, чтоб унять стада, повернуть бычье. Это ж надо так. Это ж ё-моё. Спасибо, Михаил. Спасибо, Танечка Шашкова, за заказ стихотворения. Песня еще на заказ. Я думаю, тоже понравилось. С песнями мы все, Михаил. Вот нет. У нас, да, явка Андрея Волосова. Ну все, Андрей. Солдаты группы «Центр» осталось. Итак, песня из то ли спектакля, то ли кинофильма. Я уже не помню. Поправьте меня, потому что я не могу все упомнить. Потому что, знаете, дело такое. Молодое. Все помнить.
Вот. Так вот, песня и спектакли и кинофильма, который написал Владимир Семенович Высоцкий, солдаты группы «Центр». Естественно, посвящается событиям Второй мировой войны, которая была в 1939-м, как вы помните, в 1945-х годах. Вот во время этой Второй мировой войны какие-то солдаты какой-то группы «Центр». А что начинается? Солдат всегда здоров, солдат на все готов, и пыль, как из ковров, мы выбиваем из дорог. И не остановиться, и не сменить ноги, сияют наши лица, сверкают сапоги. По выжженной равнине, за метром метр, идут по Украине солдаты группы «Центр». На первый-второй рассчитайся, первый-второй. Первый шаг вперед и в рай, первый-второй. А каждый второй тоже герой, в рай попадет вслед за тобой. Первый-второй, первый-второй, первый-второй. А перед нами все цветет, за нами все горит. Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Веселые и хмурые, вернемся по домам. Невесты белокурые, наградой будут нам. Все впереди, а ныне за метром метр. Идут по Украине солдаты группы «Центр». На первый-второй рассчитайся, первый-второй. Первый шаг вперед и в рай, первый-второй. А каждый второй тоже герой, в рай попадет вслед за тобой. Первый-второй, 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 первый-второй. По лужной равнине за метром метр идут по Украине солдаты группы «Центр». На первый-второй рассчитайся, первый-второй. Каждый шаг вперед и в рай, первый-второй. А каждый второй тоже герой, в рай попадет вслед за тобой. Первый-второй, первый-второй, первый-второй. Повышенное равнение за метром метр. Идут по Украине солдаты группы «Центр». Идут по Украине солдаты группы «Центр». Идут по Украине. Да. Спасибо, Михаил. А я вот сейчас заметила... Да. Это была песня, опять же, чтобы мало кто напряжется. Нам напряжется, такой напряжется. Это была песня, посвященная событиям Второй мировой войны. Да, написана Владимиром Семеновичем Высоцким, юбилей которого мы праздновали вот на прошлой неделе. Буквально вчера еще праздновали. Да, праздновали, будем праздновать. Вот, пока живем на белом свете. Владимиру Семеновичу Высоцким, посвященная она... А про рай-то, да, как он предвидел? Да. Миша, про рай очень хорошо написано. Да. Одни попадут в рай, другие сдохнут. Что-то такое, что-то мне напоминает. Вот, напоминает. Ну, что поделаешь. Семенович видел далеко, на много лет вперед. Я когда кепку вот эту одеваю миролюбовскую, тоже напоминаю себе Ленина, который видел далеко, на много лет уперед. Вот. Спасибо Волосову Андрею. Да? Я правильно? Да, Андрей Волосов. Да. Пишет отлично. Спасибо, пишет нам Андрей. Вот. Регина. Историю надо изучать. Агния Крислава, Галина Польских, браво. Сергей Крымов, браво. Все. Вот. Все довольны. Да. Так что давайте ценить творчество Владимира Семеновича Высоцкого, повторять, повторять, повторять его, поскольку это наше национальное наследие, скажем так. Вот. А чтобы лучше понять, что все-таки происходило в этой Второй мировой войне, нужно чаще обращаться к литературе. И не к той литературе, которая делалась под диктовку специальных органов и проверялась, перепроверялась цензурой, а такую хорошую литературу, душевную, Виктора Астафьева, например, хорошо почитать. Вот, да? «Убитый, проклятый», по-моему. «Проклятый и убитый». «Проклятый и убитый», да, неплохая книга. Николай Николаевич Никулин. «Воспоминания». «Воспоминания о войне». Там очень все хорошо от первого лица написано. Вот Суворов Виктор что-то там написал, очень много. Вот, даже если хотите что-то понять о жизни, друзья, возьмите, почитайте «Старика Веллера». Он, конечно, не о войне писал, но чтобы понять эту жизнь, лучше понять из хороших источников. А можно прочитать Льва Толстого,
«Война и мир». В самое время, когда нам уже за 40, не в школе мозги наизнанку выворачивать детям, а вот после 40 можно читать «Войну и мир», и тогда поймем, что же с нами такое происходит. Это я все закончилась лекция. Давайте, что? Михаил, мы еще посмотрим. Давайте. Участников «Лампушки». Давайте. Потому что их у нас много, и мы хоть кого-то посмотрим сейчас в прямом эфире. И сейчас я хочу вам, друзья, показать группу, ну, довольно молодая группа «Бергтора» называется. Там песни пишет такая автор Татьяна Ковальчук. Такая, она да, с 2006 года пишет песни и поет, но вот группу они образовали недавно. И они у нас в «Лампушке» тоже участвуют. Ну, даже надо как-то заявить лишний раз. В стиле фолк они поют. Давайте послушаем. Посмотрим, что они нам подписали. Thank you.
Что такое Тора, я догадываюсь. А вот что такое Берг, это гора. Берг Тора. Гора Тора. Да, гора Тора. Вот. Маргарита не выдержала, увидела, что тут это самое скрипка, что бубен, и тут же прискакала послушать тоже вместе со мной эту песню. Ну что, друзья, не успеешь зайти в эфир, так тут же пора и эту передачу потихоньку подводить к концу. Мы еще не прочитали стихотворение, которое просила Диана Шарапова. Это святое. Без специального стихотворения, которое, мне кажется, должно понравиться ей. В последнее время в интернете стало гулять стихотворение про обывателя. Я сказал, что высказался, что сегодня художник, который оказывается вне политики, он похож на самца-паразита, ну, какого-нибудь, например, стадо бизонов. Представляете, вот идет стадо бизонов, и вдруг там какие-то там хищники там нападают на него. И стадо типа скучковалось в кучу там. И хищники раз, там на теленка на какого-то нападают, на самого слабого убирают. И нормальные там самцы берут и вот и самое, нападают на этих хищников, убиваются, рискуют своей жизнью, потому что тут одно из пяти, либо рогом проколол этого тигра или льва, либо он тебя схватил за это самое, за шею и удушил. То есть вот эти самцы нормальные, они как бы, ну, защищают свое стадо. А есть такая сволота, которая, вроде у него как пенис там, и болтаются какие-то мешки между ног, но оно, знаете, прячется между самок, между телят. Вот, казалось бы, давайте-ка вместе поднатужимся. И то же самое происходит у нас на культурном уровне. Да, один исполнитель так высказывается, пишет острые песни, которые, так сказать, помогают налаживать жизнь, замечать неполадки там, и так далее. А другие усердно лижут начальство любому, при социализме, при коммунизме, при фашизме. Лижут, и тут получают и телевидение тебе, и радио, и их на городские праздники, и все-все-все им. И при этом меня спрашивают некоторые там такие, есть такие критики, типа, а что он тебе сделал, что ты на него так бочку катишь? Он хороший артист. Говно он артист. Потому что именно он, как тот бык, который там спрятался в стаде, я тут погибаю, теряю одно, другое, три, десятое, а он это все получает. То, что нам всем актерам положено, да, реклама, телевидение, то, что раньше у нас было. Вот. Сейчас вот эти приспособленцы хапают. Одни улетели за рубежи и оттуда кукарекают, ну это другой вопрос, там другие деньги, другие вот здесь лижут. Ну а мы вот как-то так, понятно, поэтому, Диана, можно сказать, ваш заказ, твой, по-братски так. Обыватель, позитивный улыбатель, не герой и не предатель. С днем рождения поздравлятель, одобрятель, поддержатель, радостный рукоплескатель, от законов убегатель, не встреватель, не создатель. В церковь в праздник заходитель, при грешении отмолитель, ни хрена не пониматель, телевизора смотритель и рекламы поглотитель. Всякой дряни покупатель, втюхиватель, потребитель, лох. И тут же обыватель. Он совсем не избиратель, не, на участок не ходитель. Рубит сквер, он наблюдатель. И немножечко руститель. Убивают? Не свидетель. Просто мимо проходитель. Че вообще к нему пристали? Он нормальный, честный житель. Указали выбиратель, приказали он стрелятель. Ну и шо ж убиватель? Он не он исполнитель. Не, на митинг не ходите, бесполезно не кричать. Что он сам себе вредитель? Обыватель. Он зарплаты получатель. Четко в отпуск отдыхатель, на работу вновь ходитель и детей своих раститель, на войну их
отдаватель и налогов оплатитель, похоронок получатель и рыдатель и груститель, и собакой гулятель, ведь животных он любитель и за ней не убиратель. Всех газонов засиратель и окурков разбросатель, ни хрена не пониматель, ни хрена не узнаватель, ни хрена, значит, мехотитель, уши ватой, ватой, набиватель, ключи двери запиратель. Ты ж достоин этой жизни, регулярный телезритель. Спасибо, Михаил. Я думаю, Диана Шарапова довольна. Ну и остальные наши зрители тоже довольны этим стихотворением, потому что оно такое очень актуальное сейчас. Вот. И раньше было, да и сейчас, по-моему, не теряет своей актуальности. Вообще. Ну что, друзья, будем зализывать как-то раны, сшивать разорванные нити, потому что когда-нибудь, лет через 40, может, не думаю, что не раньше, наладится то, что было у нас в порядке лет 9 назад, когда мы не могли подумать, что случится эта братоубийственная бойня. И мы не станем токсичными для других народов. И сложно говорить, что вот я тут хороший русский, тут плохой русский. Симонян уже переодевается и говорит, что все отвечать будем. Нет смысла ей не верить. Наверное, она права, она-то знает. Вот, уже переобулся наш, как он называется, блин? Слепаков. Ушастый, да, ушли Слепаков. Слепаков. Так хвалил это, так лизал, так все у него было зашибись. Сейчас же нормально. Сейчас же он чего пишет. Но нам надо сказать, Михаил, они как лакмусовые бумажки. Да. Их то есть стоит присмотреться. Надо понимать, к чему дело идет. К чему дело как идет. Приметы народные, да, такие. Да. Как только они начинают переодеваться, значит, они что-то знают. Я забыл, когда тут вот говорил, шутил как бы Михаил Жванецкий. Говорил, вот. Я как-то удивляюсь, стадо идет, а эти впереди. Диаметрально меняется курс стада. Вот. Оно в другую сторону бежит. Смотрю, эти опять впереди. Подожди, они должны быть уже сзади, раз они были впереди. Нет, они опять впереди. Как у них это получается? Вот. Говорил Михаил Жванецкий, говорил, я всегда хотел поцеловать задницу моему нашему президенту. Ну, всегда хотел. Но как только пристраиваюсь к этой заднице, смотрю, уже там задница кого-то. Я эту задницу целую, а он думает, что я его, а я же хочу того. Вот такие дела. Слава покойному обладателю медали и званию народного артиста, да, Российской Федерации, Михаилу Жванецкому. О, какой я злой, правда? Вот такой. Песня. Аковажд? Ну, аковажд. Это все время вот это. Говорят, вот мы разный народ, нифига. Такие же обманщики. Она спрашивает, что ты не пришел, месяц уже зашел, понимаешь? Вот, или коня. Вот, собственно, о матриархате песня. Украинская песня о матриархате. Бабы уже все это самое зацепили. Уже все. Чем ты не пришел? Что-то не пришел, месяц уже зашел, тебя ждала. Он у него отмазки. То есть, типа, мама не пустила. Нет, мама пустила. Вот. Оказывается, младшая сестра сперлась в седло. Ну, воровские эти самые традиции, что в Украине, что в России, одинаковые. Вот, то есть чисто братские отношения. Вот. Старшая сестра говорит, ты мне уже надоел, нашла седло, говорит, на вот тебе седло и езжай к своей бабе. Вот. Об этом песня. Ну, мало кто украинский язык не знает, нам надо изучать или даже как-то налаживать связи. Ой, поем! В чем ты не пришел, як місяць зійшов,
як тебе чекала. Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Ой, чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Ну, значить, його річ. І коня я мав, і стежку я знав, і мати пускала. А наймладша сестра, бодай не взросла, сідеце сховала. Ой, наймладша сестра, бодай не взросла, сідеце сховала. А ваша сестра, ваша сідельце знайшла, коня осідлала. Ой, не братику, до вітчиноньки, що тебе чекала. Ой-ой-ой-ой, не братику, до вітчиноньки, що тебе чекала. Ти черіченька, не черіченька, скочу, перескочу. Ой, я теж мене, моя матінко, за кого я схочу. Ой, я теж мене, моя матінко, за кого я схочу. Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я тебе чекала. Ой, чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Ой, чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Щоб ти не прийшов, як місяць зійшов, щоб ти не прийшов, як місяць зійшов. На цьому наша програма почти закончилось, потому что у Елены Пинчук всегда существует еще трек на прощание. Вот. Напомним, что 11 февраля мы ждем вас на Лампушку. На Лампушку. Будет прекрасный концерт лауреатов, можно послушать. Ну и Михаил у нас тоже был самым первым лауреатом на Лампушке. Да, ну кто мог и быть тоже выступить лауреатом на первом фестивале, догадайтесь, первого раза, на самом первом фестивале. У нас, слава тебе, Господи, есть обычай, что никто дважды лауреат, ну, в смысле, первое место не может занять. Все, он, если он только получил первое место в нашем фестивале, все, он изгоняется из конкурса и больше никогда не участвует. Это вам не Лужинский фестиваль. Все, он теперь только почетный гость фестиваля. И эти почетные гости фестиваля набираются в нашу программу, и мы ими хвастаемся. На зимней лампушке. На зимней лампушке. И не на летней лампушке хвастаемся, ну, да, нашими, да, лауреатами. Вот. И слушаем их. И выявляем новые таланты, вот, которые рожает земля русская. В свое время к нам приезжали и украинцы, и молдаване приезжали, и казахи. Все было. Надеюсь, все еще будет. Вот. Все повторится как-то где-то. Да. Меня ты понял? Молодец. Слава, естественно, Украине. Живе Беларусь, казахша, алга. Я не знаю, как по-грузински будет, но тоже грузинам большое спасибо за то, что приютили наших туристов. Туркам тоже спасибо. Ну, потому что приютили многих наших туристов, которые хотят... жить. Да. Да. Их не хотят убивать. Ну, разные профессии. Есть профессии убивать, есть профессии строить. Понимаете, есть профессии рожать, есть профессии действительно вот. Конечно, есть такие, что будут там спорить,
насчет того, что нет, нет такой профессии убивать людей. Есть. Приходишь в армию, тебе дают вот специальную вот такую штуковину, вот из нее удобно убивать людей. Вот. И если ты убиваешь на своей территории, получается, что ты как бы защитник. А если ты идешь на чужую территорию, и вроде как и не совсем защитник, да? Вот какие дела. Ух, наговорил я! Ну, время подумать. Еще раз рекомендации. Читайте Астафьева, Никулина, Суворова, Веллера и Льва Толстого, еще, может быть, Герберта Спенсера. Ой, Маргарита явилась. Ох, как это Маргарита, она не может, чтобы не посмотреть на публику лишний раз, да? Она хочет сказать мяу-мяу, до свидания, зрителям. Да. И котик вот. Итак, Михаил Новинский, Маргарита, наш администратор, Елена Пинчук. Мы с вами прощаемся, а у нас еще один участник. Да, мы в конце сегодня, друзья, решили вам показать уже еще одного участника лампушки, нашего постоянного участника из Канады. Он не пропускал ни одной у нас лампушки онлайн. Вот. Володя Узланер, он пишет песни еще с 2006 года, много уже дисков выпустил. И прекрасные у него мелодичные песни. Даже снялся в нашем кино. Да, «Прострельца», кстати. Снимался в нашем фильме по Владимиру Семеновичу Высоцкому. «Прострельца». Ну, давайте мы с вами прощаемся уже до следующего воскресенья. Кстати, в следующее воскресенье будут объявлены результаты лампушки, поскольку она пройдет на этой неделе, и все мы уже про всех узнаем. Потребляйте витамины. Следите за хорошо одевайтесь, надо дожить до весны как-то, друзья. И не забывайте, что нужно в порядке содержать свои подвалы, иметь запас батареек, еды, воды. Если у кого-то есть противогазы, запасайтесь. Дай Бог, чтобы вам это не пригодилось. Ну вот и все, собственно говоря. Маргарита, попрощайся с народом. Я лапку подняла, пока. Да, друзья. Весело у меня получается. И все. А мы посмотрим Володю Узланера. Пишите, как вам его песня нравится. Присылайте донаты, если что. Это точно. Пока, друзья. Пока. Посреди аллей да полей широты обхвата, не любви моей, как монетки из автомата, выпадают из жизни смерть и орел, и решка. Если хочешь войны, готовься к войне, не мешкай. У меня только ты, у меня только ты, у тебя только я, дай руку. Если хочешь свободы, если хочешь свободы, все отдадим друг другу. Опустели пастушьи сумки, притихли хаты, аты-баты кричат, по ТВ долетает. Ах ты, чем громче проснись и пой, тем в округе тише. Облака под водой по кругу плывут, не дышат. У меня только ты, у меня только ты, у тебя только я, дай руку. Если хочешь свободы, если хочешь свободы, все отдадим друг другу. Под стопой светлячок свербит диагетом в бочке. Я люблю тебя, как любила в последней точке. Там, где дождь с утра на закате, вороньи в раке. Банка липкого, ложка дегтя, лоханка хаки. И ложится ночь документом спецхран печали. Я люблю тебя, как любила еще в начале. Есть на свете три света, каждый друг друга круче. Муравьино-птичий, а по вечерам паучий. У меня только ты, у меня только ты, у тебя только я, дай руку. Если хочешь свободы, если хочешь свободы, все отдадим друг другу.
новостной экран, базар, где служки пациенту. А последний мой, узнаешь ли себя по центру? Если хочешь войны, иди и готовься к миру. У меня Элымайну в порту обменяй на виру. У меня только ты, у меня только ты, у тебя только я, дай руку. Если хочешь свободы, если хочешь свободы, все отдадим друг другу.